господа, меня зовут Елена, и сейчас расскажу вам о том, что входит в состав набора отеля «Гувернёр Москва». Это дизайн под номером 510, размер вышивки 79 на 50 сантиметров, существует еще на черной канве, близкие по сюжету Петербург и собор Василия Блаженного. Номера вы видите на экране. В набор входит инструкция. Инструкция на русском языке довольно маленькая, как и на других. Здесь рекомендации по вышивке в основном в одну нить, для того, чтобы хватило ниточек. Вот даже внимание обратили наше на то, чтобы шить именно в одну нить. Потому что наборы славятся тем, что там не хватает ниточек. Итак, схема состоит из 10 листов. Схема черно-белая. Для меня это неудобно, и она мелковата. Значки на ней мелковаты, поэтому я, распечатав, увеличила, но не намного. Надеюсь, что это мне поможет в работе. Хотя все равно значки мелковаты. Планирую ее как-то раскрасить, потому что для меня это все сливается, конечно. Я не люблю черно-белые, я люблю цветные, цветосимвольные схемы. Итак, в состав набора входит также ниточки DMC. В количестве 138 цветов. Внушительное количество. Но надеюсь, что их хватит. Также игла и канва. Канва 18 каунта. Размер ее 90 на 60, то есть она достаточно большая, производитель неизвестен и края не обработаны. Цвет кремовый, не белый. Покупала я этот набор в интернет-магазине. Если кому-то интересно, цены на состояние цен на декабрь 2014 года. Вот название интернет-магазина. Это не реклама, просто информация к размышлению. Приступаю к вышивке. Очень волнительно. Пожелайте мне удачи.